Я вас приветствую. Начало весны. Природа оживает медленно, но очень красиво. И наблюдать за этим одно удовольствие. Ну а пока вы наслаждались первыми весенними деньками, наша съемочная группа делала вашу жизнь проще и практичней. И мы переходим к анонсу. В начале программы научим быстро и качественно ребенка читать. Далее узнаем все о правильном хранении зимних шин и выберем летнюю резину. И в завершении составим банкетное меню. Как научить ребенка читать? Сегодня, по негласной традиции, ребенок должен идти в школу, уже умея читать, ну или хотя бы имея навыки в этом деле, для того, чтобы в классе не чувствовать дискомфорт. В следующем сюжете мы поговорим о том, как же быстро и безболезненно для чада научиться читать. Начинать приучать свое чадо к чтению необходимо примерно в годовалом возрасте. Запасайтесь детскими книжками с рисунками, читайте своему малышу примерно по 15 минут в день. Если ребенок утомился, ему тяжело слушать эту сказку, или она ему надоела, эта сказка, то можно прекратить в тот момент, когда ребенку уже это скучно и неинтересно. Хотя ребенок может отвлекаться, он может играть игрушками, заниматься своим делом, но при этом мама, читая сказку, читая стихи, ребенок все равно слышит и ему интересно. И даже если мама может остановиться и не читать сказку, его любимую сказку или стихи, и она думает, что ребенку неинтересно, то она ошибается. Играя, занимаясь другими делами, ребенок может одновременно и играться, и слушать то, что ему нравится. Есть стихотворение, которое ребенку очень нравится. И мама читает это стихотворение, ребенок повторяет за ней. И если мама в этот момент услышала, что ребенок не все звуки правильно произносит, она обязательно должна обратить на это внимание. Это можно поправить при помощи тех же стихотворений, постоянно их проговаривая. Небольшие, очень маленького объема скороговорки. Если же маме трудно и у мамы не получается, то можно обязательно привлечь помощь логопеда. Гласные, они легко даются ребенку, а согласные мы обозначаем не буквами, а звуки. Мы говорим «м», «с», «н». И когда мы их учимся сливать в слоги, то обязательно тянем. Поскольку согласный звук, он не поется, но мы должны его немножечко потянуть, для того, чтобы ребенку было легче соединять. Когда идет первый согласный, а второй гласный, то нужно эти звуки тянуть. Потому что когда первый гласный, а второй согласный, так ребенку намного легче. Но если у ребенка возникает проблема простые слоги, то мама должна сначала сама произнести, и ребенок повторяет за мамой. Есть дети, которые легко обучаются чтению слогов. Ему легко, и мама только поправляет. А если ребенку тяжело, мама показывает, как это читается, а потом ребенок за мамой повторяет. Если что-то не получается, то не нужно настаивать и прилагать какие-то ненужные усилия. Для ребенка должно быть обучение в радость. Или это математика, или это обучение чтению, должна быть радость, чтобы ребенок с удовольствием готовился. Ребенку тяжело запомнить букву. Что можно, как можно маме помочь изучить эту букву? Можно ее нарисовать, можно ее вырезать, можно ее разукрасить красками, фломастерами. То есть это все должно быть играя. И если у ребенка появляются трудности, и он нервничает, что-то его расстраивает, и он понимает, что ему трудно, и мама нервничает, лучше это отложить до другого удобного момента, когда ребенок сам захочет, и ему вот это интересно. Ребенка можно обучать чтению с 3 лет. Есть дети, которые в 3 года, они уже готовы. Им легко, им не трудно. А есть ребенок, которому тяжело. Поэтому не нужно равняться на то, что где-то ребенок уже читает в 3 года, в 4 года, а ваш ребенок еще ему трудно. Не расстраивайтесь, потому что у каждого ребенка своя подготовка. Он еще не готов, нужно просто немножечко подождать. Вы начинаете работать, вы начинаете обучение чтению. Ребенку трудно, вы не должны злиться. Но периодически иногда предлагайте ребенку, как это можно сделать. Не спеша, спокойно, и вы заинтересованы, вы спокойны, тогда ребенку будет интересно. Но никогда не равняйтесь на другого ребенка. Один научился читать в 3, другой в 4, другой в 5. Но это еще не означает, что у вашего ребенка какие-то проблемы. Просто один ребенок раньше созревает, другой немножечко попозже. Но в итоге обязательно ваш ребенок научится читать.
Итак, ваш ребенок уже умеет читать. Теперь следующее задание – привлечь интерес к чтению книг. Ваш ребенок уже научился читать, но у него пропало желание. Есть разные способы ребенка запривлечь. Как правило, это совместное чтение мамы и ребенка. Выбирается любимая книга, которую ребенок любит. Мама начинает читать сказку. Потом она предлагает ребенку продолжить, делить труд пополам. Мама читает и ребенок читает. Они на равных условиях. Ребенка это очень устраивает. Ему интересно, что мама полностью живет жизнью ребенка. И она занимается вместе с ребенком. Это даст очень хороший результат. Если ваш ребенок, ему трудно не просто прочитать, а и повторить то, что он прочитал. Некоторые родители практикуют такую систему. Сначала читает мама. Потом они читают вместе с ребенком этот текст, а потом ребенок читает сам. Для того, чтобы ребенок понимал, что он читает, ему нужно несколько раз прочитать. Опять же, нужна помощь мамы. Один из признаков, что ребенок начал читать, это мамы все успокаиваются. Это когда ребенок начинает читать папины журналы, мамины журналы и вывески магазинов, и ценники конфет. Вот это вот уже первый признак того, что ребенок уже понял, он читает, ему интересно, и он уже это может применить в своей жизни. И в завершении не забывайте о том, что развитие детского зрительного аппарата продолжается примерно до 7-летнего возраста. Поэтому обязательно обращайте внимание на время занятий, продолжительность и освещение в помещении. Когда наступает теплое время года, пора переобувать автомобиль, меняя зимнюю резину на летнюю. И все бы хорошо, но автомобилисты этим только и ограничиваются. А между тем важно обеспечить правильное хранение зимней резины, чтобы с наступлением холодов она вам еще послужила. Ну а в следующем сюжете мы поговорим не только об этом, но и поможем вам выбрать летнюю резину. Как же надо хранить зимнюю резину, чтобы сохранить ее характеристики и продлить срок службы? Каких особых сложностей тут нет? Самое главное – следовать нескольким важным советам. В основном люди ее в гараж бросают. Гаражи металлические, и то есть, там сильно жарко. То есть резина быстро пересыхает. Желательно сначала помыть, посиликонить резину и хранить, желательно в подвале, чтобы она не пересыхала, солнце не попадало на резину. Тогда она дольше, отхаживает. Шины являются важным элементом вашей машины, ведь, собственно, они отвечают за вашу безопасность на плохих дорогах. Подчас выбор летней резины из всего их разнообразия не очень-то и простая задача. Так как сняли резину зимнюю, надо же выбрать летнюю резину. Резина рисунки асимметричные, симметрия и направленная шина. То есть симметричные рисунки такого плана, асимметрия такого плана идет. То есть асимметрия сделана для сухого, для мокрого асфальта, чтобы хорошо держала дорогу. Симметрия тут, все равно, чисто по сухому асфальту. Направленная резина, она идет больше для мокрого асфальта, для воды, чтобы машину хорошо держала на дороге, чтобы машину не кидала. Следует только сказать, что летние шины с направленным рисунком производят наименьшее количество шума при езде. А шины с асимметричным рисунком имеют наилучшее сцепление с дорожным покрытием, а следовательно и безопасность езды повышается. А что же с ненаправленными протекторами? Зададите вопрос вы. Основным отличием этой летней резины является относительно низкая цена. Для наших дорог лучше, конечно, взять пожестче резину. Она и дольше отходит летом, так как состав резины хороший, то есть она при нагреве не так будет стираться. Срок годности резины 3 года. Если она 3 года уже отлежала, то есть уже последующие года она будет быстрее стираться, быстрее трескаться будет. На лето лучше брать шире резину и ниже профилем, потому что скоростя летом побольше, и надо машина, чтобы была устойчивее. Люди ставят пошире и пониже резину. При выборе летних шин обратите внимание и на глубину рисунка. Чем глубина выше, тем лучше ведет себя авто на мокрой дороге и во время дождя. Следующим параметром, на который следует обращать внимание, боковая часть летних шин. Желательно, чтобы боковая часть шины была усилена. В
таком случае при резком попадании в яму у вас больше шансов, что летние шины останутся целыми. Как зимняя резина, летняя требует ухода. То есть желательно каждых 10-15 тысяч балансировать шину. Каждую неделю хотя бы проверять давление в шинах. Тогда резина дольше отхаживает. То есть если этого не делать, то резины хватает где-то на 30-20 тысяч максимум. Если уход хороший, то резина в среднем выхаживает 50 тысяч. Процентов 20 всего лишь люди берут, ну, что самая хорошая шина. Там Бриджстоун, Мишелины, Нокианы, Гудьеры. Но это 20% люди только берут. В основном идет Россия. Организация банкета – дело очень важное. Нужно учесть вкусы приглашенных, количество гостей, ну и, конечно же, возможности хозяев. Чтобы сервировать обильный стол, но при этом не покупать лишние продукты, нужно заранее подготовить меню будущего банкета. Правильное банкетное меню – это залог хорошего настроения ваших гостей. Если среди ваших гостей вы планируете собрать больше молодежи, лучше с банкетным меню проэкспериментировать. Если на вашем празднике будут преобладать взрослые и пожилые люди, лучше для них сделать классическое меню с привычными блюдами. Если у вас на празднике будет немало маленьких приглашенных гостей, можно для них сделать отдельный стол с детским банкетным меню. Например, несколько видов шашлычков из курицы, приготовленных в духовке. Картофель фри со свежими овощами. На десерт можно подать торт или торт-мороженое. В детское меню не должно входить большое количество приготовленных блюд. Самый сложный вопрос, который встает перед всеми, как правильно рассчитать количество еды и напитков на человека. В этом я вам с удовольствием подскажу. 200-250 грамм холодных закусок на одного человека. 350 грамм основного блюда вместе с гарниром. 100-150 грамм горячих закусок. 150-170 грамм десерта. Безалкогольные напитки рассчитываются так. 450-500 миллилитров на одного человека. Крепких алкогольных напитков вам понадобится 400 грамм на каждого мужчину и 450-500 миллилитров вина или шампанского на женщину. По поводу салатов, можно подать один салат индивидуально, а несколько видов салатов на общих тарелочках из расчета 100 грамм на человека. Из холодных закусок больше радует глаз и желудок мясное ассорти, канапе с икрой, разнообразные слоеные пирожочки. Горячие закуски, как правило, подаются после холодных и перед подачей основного блюда, так что не делайте их очень сытными и обильными. Выберите жульен из курицы и не прогадаете. При выборе основных блюд нужно решить, мясо или рыбу вы хотите видеть на своем праздничном столе. Большая часть предпочитает мясные блюда, так что можно подать каждому гостю свинину с гарниром, а рыбу и курицу предложить на общих тарелках. Не забывайте о десерте. Можно подать торт или в летнее время мороженое с фруктами. Еще один важный момент, составляя банкетное меню, учитывайте сезон. В летнюю жаркую погоду заказывайте больше легких овощных салатов, фруктов, а в холодную погоду сделайте акцент на алкогольные напитки и мясные блюда. Это все сюжеты на сегодня. Я с вами прощаюсь. Хорошей вам рабочей недели. До встречи!